Дорогие ребята, мы с вами вновь в рабочем кабинете Владимира Ильича. Мне очень хочется, чтобы вы сейчас улыбнулись и представили себе счастливый день в жизни Ленина. Надежда Константиновна писала, он был довольно равнодушен к праздникам, юбилеям, но было для него два необыкновенно светлых, прекрасных дня. 1 мая, день солидарности трудящихся, и годовщины октября. Вот этот новый праздник, годовщина октября, вошел в его жизнь в 17 году. Но дожить до первой годовщины, до первого праздника было так долго, так трудно, и вот она наконец наступила. В борьбе, в муках, в сражениях, но пришел этот первый праздник, годовщина октября. Как его встречал Владимир Ильич? Вы знаете, много я изучала документов ленинских, и всегда удивляешься. Праздник для него – это был тоже труд. Он бывал на демонстрациях, он выступал на митингах, он все время находился среди людей. И вот первая годовщина октября. Естественно, подготовка к ней началась задолго до этого. И уже 6 ноября Владимир Ильич выступал на 6-м чрезвычайном съезде Советов, выступал на 1-м съезде профессиональных союзов. О чем говорит в эти дни Ленин? Я вам прочту просто несколько строк из его выступления о годовщине, первая годовщина октября. Он выступает 6 ноября на 6-м съезде Советов. И что он говорит? О том, что сейчас это великая победа. В тот день, когда мы чествуем годовщину революции, следует бросить взгляд на тот путь, который прошла она. Нам пришлось начинать нашу революцию в условиях необыкновенно трудных, в которых не будет находиться ни одна из дальнейших рабочих революций мира. И поэтому особенно важно, чтобы мы попытались осветить в целом пройденный путь, посмотреть, что за это время достигнуто и насколько мы подготовились за этот год к нашей главной, настоящей, к нашей решающей основной задаче. Он будет об этом говорить и на 1-м съезде профсоюзов, и 6 ноября, и 7 ноября в своих выступлениях, и на Красной площади, и на митинге. Надо сказать, что сохранился очень интересный сувенир от 6 ноября 18 года. Владимир Ильич выступал на 1-м съезде профсоюзов. И вот посмотрите, какой он получил подарок от Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов 7 ноября 18 года. Но книгу он получил 6-го. Они написали 7-е, потому что это годовщина октября. На добрую память вождю мировой пролетарской революции Владимиру Ильичу Ленину. Ну и я зачитаю вам очень интересную надпись дарственную. Пусть этот исторический памятник великого сдвига в истории профессионального движения будет пламенным доказательством глубочайшего уважения экономически организованного пролетариата к вам, дорогой Владимир Ильич, как вождю и символу мировой рабочей революции 7 ноября 18 года. Ребята, вот вы обратите внимание, как к нему обращаются. Вот это обращаются делегаты съезда. Казалось бы, такой официальной должна быть надпись, но его очень любили, его всегда чувствовали именно родным и близким. К вам, дорогой Владимир Ильич, как вождю и символу мировой рабочей революции. Для них действительно революция и Ленин были неразрывны. И вот 7 ноября. Наконец этот праздник пришел. Праздник, которого Владимир Ильич так ждал. Он пришел в кабинет, он был в пальто, знаменитым своем пальто, с воротником таким каракулевым, с алым бантом. Тогда все носили алые банты в праздничные дни. Символ революции – это кусочек красного знамени. Он пришел сюда, в кабинет, радостный, счастливый, готовый к этому празднику. Он ждал сюда товарищей, друзей, соратников. Они постепенно собирались в его кабинете. Прибыл Свердлов, другие товарищи. И каждый, это специально отмечено, это встречается в воспоминаниях. Каждого он встречал радостной, светлой улыбкой и поздравлением, праздником октября, первая годовщина Октябрьской революции. У него была такая манера, он, возможно, ходил по этому кабинету, он ждал каждого, смотрел на часы, потому что пора было двигаться к Большому театру, где формировалась колонна демонстрантов. И вот отсюда, из своего рабочего кабинета, из Кремля, Ленин пошел на празднование первой годовщины октября. И мы с вами попробуем проделать тот путь, который в день 7 ноября проделал по Москве Владимир Ильич.
ребята, мы с вами пришли к Большому театру. Почему? Потому что здесь, в Большом театре, заседал 6-й Всероссийский чрезвычайный съезд Советов. Владимир Ильич был его делегатом, но сейчас делегаты собрались для того, чтобы идти на Красную площадь. И Владимир Ильич хотел быть вместе с ними. Он хотел тоже проделать вот этот торжественный путь туда, где должна была состояться кульминация великого праздника. Москва готовилась к этому дню. Все было украшено, иллюминировано. На Большом театре были плакаты. Это ясно видно. Колонны были увиты красными лентами, транспаранты. Делегаты были с красными бантами. И в этот день здесь, на площади Революции, должно было состояться открытие памятника Марксу и Энгельсу. Владимир Ильич, естественно, принимал самое живое участие в этом торжественном событии. И он двинулся вместе с делегатами туда, где уже стоял макет этого памятника. Давайте мы с вами тоже пройдем на это место. Пожалуйста, прошу вас. Сюда, на это место, здесь не было ни этого прекрасного памятника Марксу, не было площади такой великолепно организованной. Ходили трамваи, стояли маленькие домишки где-то здесь вокруг. Но здесь уже определялось место, где быть памятнику, основоположником марксизма. И вот Владимир Ильич открывает макет памятника тогда. Это было очень важно, и Ленин был вдохновлен. Вы знаете, вот готовясь к нашей с вами сегодня съемке, к передаче, я вспомнила такой факт. Еще в 13-м году Владимиру Ильичу, наша очень известная и популярная редакция энциклопедического сборника «Гранат» заказала статью о Марксе. Может быть, вы не знали мы такой истории, но дело в том, что Владимир Ильич не уложился в срок, и он не успел написать статью. Он пишет очень интересное письмо в редакцию, что у него не было времени, что он просит извинить его и передать статью какому-то другому автору. И сохранился ответ. Редакция энциклопедии «Гранат» пишет, что она рассмотрела его письмо и думала, кому можно поручить написание статьи о Марксе. И ни в России, ни на Западе не нашлось кандидатуры, которой можно было бы поручить написать статью о Марксе, и кто так бы знал материал, как Владимир Ульянов. Ребята, вы должны понять, ведь это 13-й год, но Владимир Ильич написал эту статью гораздо позднее, потому что это было в Польше, вскоре его арестовали, он отсидел в тюрьме в Поронинской, и только осенью 14-го года статья была написана и отправлена. Она так была напечатана в 28-м томе энциклопедии «Гранат». «Карл Маркс» называлась статья. Это биографический очерк с приведением теории марксизма, библиографии и так далее. И вот Ленин 7 ноября 18 года стоит перед памятником Марксу и Энгельсу. Он произносит очень короткую, но пламенную, прекрасную речь. Мы открываем памятник вождям Всемирной рабочей революции, Марксу и Энгельсу. Века и века страдало и томилось человечество под гнетом ничтожной кучки эксплуататоров, которые измывались над миллионами трудящихся. И вот великая всемирная историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором не будет больше эксплуатации человека человеком.
Вот вы понимаете, он открывает памятник как победитель, как человек, который осуществил мечты Маркса и Энгельса. Они, понимаете, вот, ребята, мне хочется вам сказать, что он был очень счастливым. Мне иногда, ну, может быть, это такой разговор не теоретический, но мне бывает очень жаль. И Маркс, и Энгельс, они столько боролись, столько сделали, столько страдали, и они не увидели победы. А Ленин был счастливцем. Да, он шел к этой победе четверть века, но вот он открывает памятник основателям научного коммунизма. Открывает как человек, который доказал, что это не просто теория, а что это осуществимо. И вот здесь мне очень нравится, на новом памятнике, здесь даны слова Ленина: учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ленин мог это сказать, потому что он осуществил теорию на практике. Короткий митинг окончен, памятник открыт. Владимир Ильич во главе колонны демонстрантов двигается к Красной площади, чтобы там, на площади, отметить первую годовщину Победы Октября. Я думаю, ребята, пока мы шли на Красную площадь, мы с вами прочувствовали вот эту обстановку великого праздника. Ведь это первая годовщина октября, и она отмечалась так торжественно, и столько чувства вложил в это Ленин. Я думаю, что последующие годовщины, они уже воспринимались как что-то само собой разумеющееся. А вот первый год, это было очень важно. Вот они встретились у Большого театра, вот они открыли памятник Марксу и Энгельсу, пришли на Красную площадь. Но во все торжественные дни Владимир Ильич всегда будет обращаться к памяти тех, кто за победу заплатил жизнью. И недаром здесь, у Красной, у Кремлевской стены, находится захоронение борцов революции. Не только выдающихся деятелей, которых мы все знаем, весь мир знает, но и тех рядовых партий, тех красногвардейцев, тех солдат, которые штурмовали Кремль в 17 году, которые бились с юнкерами, которые погибли на баррикадах. И вот 7 ноября 18 года на Сенатской башне открывалась мемориальная доска. Вы знаете, на мою долю выпало счастье встречаться с автором этой доски, с великим нашим скульптором Сергеем Тимофеевичем Каненковым. И он нам рассказывал, что он долго думал, какую сделать, как выразить вот эту идею преклонение перед борцами революции. Он изобразил гения революции, там была великолепная такая величественная фигура с пальмовым листом, а внизу у ног этого гения свободы лежали поверженные мечи, ружья. Война кончилась, но мы чтили память героев. И он говорит: я очень долго думал, к сожалению, ребята, мы с вами сейчас не видим на башне этой доски, потому что она в свое время пришла в негодность, особенно во время войны, ее сняли для реставрации, а затем она находится сейчас в музее, в Русском музее в Ленинграде. Это подлинное произведение искусства, это шедевр, ну и она сейчас не может быть здесь повешена, потому что вы видите, что Сенатская башня в 24-м году оказалась за мавзолеем, и основной великий памятник – это мавзолей Ленина, поэтому здесь уже сейчас доски нет. А тогда, в 18-м году, Владимир Ильич открывал эту доску. Сергей Тимофеевич нам рассказывал, ведь это было не так много времени прошло после ранения Ленина. Он только что снял повязку, он чувствовал себя не совсем уверенно, а доска висела высоко. Надо было подняться на несколько ступенек, чтобы перерезать ленту, а Каненков, ну, вы не видели его, не знаете, он был настоящий такой русский молодец, он, касаясь сажень, в плечах высокий такой, он говорит: я решил Владимира Ильича поддержать, и было бросился к нему, значит, чтобы ему помочь подняться, а Владимир Ильич как-то, он был весь сосредоточен, вот чувствовалось это напряжение духовное, он отстранил меня и сказал: надо, я сам. Он поднялся на эти ступени, перерезал ленту, упал
ткань, и все увидели вот этот памятник. Играл оркестр, минута молчания, Ленин стоит на ступеньках, такие ступеньки вели к мемориальной доске. Затем он произнес речь по поводу открытия доски. Я никогда не берусь цитировать Ленина без, так сказать, на память. Я вам прочту, что сказал Владимир Ильич. Вы посмотрите, товарищи, мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 17-го года. Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение народов от империализма, за прекращение войн между народами, за свержение господства капитала, за социализм. Товарищи, история России за целый ряд десятилетий нового времени показывает нам длинный мартиролог, список жертв революционеров. Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу все более и более широкие массы. И он говорит о том, что история революции не прекращается, она продолжается. Героизм погибших порождает новые силы, движет нас вперед. Ребята, я еще раз хочу сказать, ведь это было в 18-м году. Нам еще предстояли жестокие битвы, разруха, интервенция. И все-таки Ленин был счастлив. Первый год был трудным, но он был и прекрасным. А потом счастливый Владимир Ильич вместе с друзьями смотрел парад войск. Это первый парад Красной армии. Он видел демонстрацию трудящихся. И он был счастлив, потому что это было еще раз одно единение с народом, это было признание того, что советская власть крепнет, побеждает, а в том, что она победит, у него никогда сомнений не было. А затем Владимир Ильич вернулся к себе в рабочий кабинет. Ну и мы с вами давайте тоже вернемся в Кремль, в кабинет Ленина. И отгремела для Владимира Ильича демонстрация, овации, совместное пение интернационала, марсельезы. Но праздник не кончился. Вернее, кончилась его яркая, парадная часть. Для Ленина продолжалась работа. Он вернулся в кабинет совершенно не случайно. Его ждали неотложные дела. Вы посмотрите, пока он отсутствовал, пришла телеграмма. Одна телеграмма была Ленина волновало положение на юге. Он вернулся для того, чтобы послать телеграмму в Балашов, в Саратовской губернии, с просьбой сообщить о положении дел в Астрахани. Юг еще снабжал нас и нефтью, и углем, и хлебом, поэтому так Ленина волнует положение в Астрахани. Но его ждал еще один подарок к этому празднику, к годовщине октября. Он получил телеграмму. Посмотрите, какая интересная телеграмма от командующего 2-й армии Восточного фронта Шорина и члена Реввоенсовета армии Гусева и Штернберга. Доблестные войска 2-й армии шлют горячие поздравления с великим праздником и доносят. Город Ижевск всего числа в 17 часов 40 минут взят штурмом. Вы представляете себе, что для Ленина значили вот такие телеграммы? Ведь на протяжении первых лет гражданской войны очень часто приходили телеграммы совсем другого плана. И вот победа, это всегда вливало в него силы, вдохновение. Владимир Ильич пишет ответную телеграмму, приветствует доблестные красноармейские войска со взятием Ижевска и тоже поздравляет его и их с праздником годовщины Великого Октября. Но
Владимира Ильича ждали еще в одном месте. Он еще раз покинул кабинет для того, чтобы выступить перед работниками ЧК. Он едет на Лубянку, выступает перед чекистами, говорит о том, какие заслуги имеет ЧК перед революцией, в разгроме контрреволюции, в ликвидации различных мятежей. И он опять-таки говорит о том, что это общий труд, это общий успех, и что нам еще предстоит бороться, чтобы окончательно победить. Рабочий день Ленина, праздничный день, яркий, интересный, насыщенный. Но после выступления перед чекистами Владимир Ильич тоже не идет отдыхать. Он еще раз возвращается сюда, возвращается в кабинет. Для чего? Потому что нужно было еще написать телеграмму в Царицын, командующему 10-й армией Южного фронта Ворошилову. Вы понимаете, ребята, что вот тут праздники настолько тесно переплетены с нашей жизнью, с историей Ленина ни на минуту. Вот он выступает, он перед массами, он ярок, интересен, у него улыбка. Вы же видели кинокадры, фотографии. Кстати сказать, это один из самых счастливых дней для нас, для историков, потому что уж тут и кинематографисты, и фотографы проявили максимум энергии. Были проведены киносъемки, фотографирование Ленина. И этот счастливый день запечатлен не только в документах, но он запечатлен для нас зримо. Но все время сверлит мысль. Как положение на фронте? Вот в Астрахань, вот победа, взятие Ижевска, но вот тяжело под Царицыным, и Ленин все время где-то подспудно эту мысль бережет. Он все время работает, думает. Но первая годовщина октября прошла, впереди будут новые победы. Он в этом твердо убежден. И я еще раз хочу вернуться к словам Надежды Константиновны. Не было для Ильича счастливых, более счастливых дней, чем праздники годовщины Великого Октября. И, ребята, мне тоже хочется, чтобы вы в эти дни не были равнодушными. Вы попытайтесь все-таки. Я понимаю, что от революции нас отделяют, я тоже ее не видела. Это было все-таки для нас с вами уже давно. Но если бы не было этих первых годовщин, если бы не было 7 ноября, не было бы нас с вами такими, как вот мы сейчас выглядим. Мы мечтаем, мы стараемся, так сказать, мы можем перед собой открывать самые широкие просторы, но эти просторы нам открыли 7 ноября. 7 ноября 17 года. И Владимир Ильич это очень хорошо ощущал. Вот почему даже в самые трудные годы 7 ноября делал Ленина счастливым. Наверное, где-то в душе он переворачивал эту страницу. 7 ноября. Праздник. Победа.